прошлом году у нас во дворе укладывали бетонную отмостку вокруг дома наемные рабочие. Труд их стоит немалых денег. Рабочих было двое, и они использовали бетономешалку. Я посмотрел, как они делают бетонную отмостку, набрался опыта и оставшийся незабетонированный участок решил забетонировать сам, без бетономешалки. И, конечно, немного по-своему. Площадка примерно 3 на 3 метра. Напоминаю, что я, как и вы, не профессионал, и такую работу работаю чисто для себя. Да и то, если чувствую, что оно мне по силам. Интересно же потом глянуть, что получилось. Плюс финансовая экономия. А уж фитнес-то какой при этом, для поддержки физической формы, так сказать. Оказалось, что самое главное и трудоемкое – это подготовить поверхность для укладки бетона. То есть удалить траву, мусор, камни и выровнять грунт, соблюдая уклон будущей бетонной площадки для ската воды от дома. Хорошо, что грунт у нас тут песчаный. Еще надо правильно ставить опалубку. Но не в этом суть. Суть в том, что от качества подготовительных работ как раз и зависит конечный результат. Опалубку, соответственно, выставляю тоже с небольшим уклоном, чтобы толщина бетонной плиты получилась везде одинаковая и имела уклон для ухода воды от дома. Уклон проверяю по уровню. Какой точно угол этого уклона, думаю, не так важно. Главное, чтобы он был. Разделю всю площадку на три части и буду заливать их по очереди. В день по одной части, так как нет времени, чтобы сделать все сразу. Так мне будет удобнее. Обойдусь без маяков. Вместо маяков будет край готовой отмостки с одной стороны и разделительная переносная опалубка с другой стороны. Для армирования использую композитную сетку с ячейкой 50 на 50 мм. И, конечно, очень важно соблюдать пропорцию раствора цемента с песком и водой. Я исхожу из пропорции 1 часть цемента марки 500, 3 части песка, полторы части воды и две части мелкого щебня. Тут главное не переборщить щебня, а то придется еще остальных компонентов добавлять в корыто. Сначала в корыто лью воду, затем песок и цемент. Так меньше пыли будет при смешивании. Размешиваю раствор, только потом буду добавлять щебень. Мешать такой раствор со щебнем можно лопатой, но удобнее мотыгой или перфоратором с миксером. Я и тем, и другим мешал для разнообразия. Сначала буду заливать первый основной слой. Положу композитную кладочную сетку, чтобы сетка была приподнята над землей и находилась не внизу, а внутри бетона. Подкладываю под нее камушки, а иногда остатки керамической плитки. Вот так постепенно, корыто за корытом, заливаю первый основной слой со щебнем. И по ходу дела можно слегка приподнимать вверх кладочную сетку пальцами прямо в бетоне, чтобы она уже точно оставалась ближе к середине заливки. Второй, более тонкий и жидкий слой бетона заливаю сразу на первый, еще сырой слой. Этот второй слой будет без щебня, чтобы его было проще выравнивать правилом, иначе щебень волочится за правилом и мешает равнять бетон. Если получаются ямки, то нужно
подкинуть туда немного раствора и заровнять ямку. В итоге получится плита толщиной примерно 9-10 сантиметров. И вот одна из трех частей готова. Теперь нужно отмыть от раствора инструмент. Через сутки, когда бетон схватился, и можно ходить по уже залитой секции, продолжаю работать над второй частью симфонии. И, как всегда, коты наследили своими лапами по свежему бетону. Сегодня идет все по тому же сценарию, что и вчера. Поэтому лишний раз повторяться не буду. Только сначала надо переставить на новое место временную разделительную опалубку. И вдруг планы резко изменились. Пришлось, не дожидаясь высыхания второй секции, сразу заливать третью секцию, ибо узнал, что с завтрашнего дня пойдут дожди, которые помешают всей моей работе. Придется доделать все сегодня и вынимать разделительную опалубку только после заливки третьей секции, и потом закидать щель после нее раствором. Итак, залив вторую часть, сразу начинаю заливать третью. Опалубку не трогаю. Уголок отмостки сделаю закругленным. И вот основная работа сделана. И только теперь вынимаю разделительную опалубку из бетона и заливаю образовавшуюся от нее канавку раствором. В завершение выравниваю поверхность жидким раствором цемента с водой без песка. Это нечто похожее на железнение бетона. В мокрый бетон втираю и равняю малкой, теркой, кельмой или шпателем жидкий раствор цемента. Это я так остатки цемента решил израсходовать. Водой поливать площадку для постепенного и равномерного высыхания бетона не пришлось. Дожди ее поливали даже больше, чем нужно. Теперь ждем, когда пройдет год. И вот так неожиданно быстро прошел год. И очевидно, что все нормально держится.